Здравствуйте! Сегодня расскажу вам о препарате Супрадин. Супрадин выпускается в виде шипучих таблеток. Это поливитамины в комбинации с микроэлементами. Препарат содержит 12 витаминов в сочетании с минералами и микроэлементами, являющихся важными факторами метаболических процессов. Препарат применяют при профилактике и лечении гипо- и авитаминозов и недостатке минеральных веществ, в том числе при неполноценном и несбалансированном питании, при повышенных физических и умственных нагрузках, в период выздоровления после продолжительных или тяжело протекающих заболеваний, в том числе инфекционных, в комплексной терапии хронического алкоголизма, в комплексном лечении при назначении антибиотиками, химиотерапии. Применяется при увеличенной потребности, в период роста, беременности, период грудного вскармливания, в пожилом возрасте, при выздоровлении. Принимать его необходимо внутрь, предварительно растворив в стакане воды. Взрослые подростки старше 12 лет используют одну таблетку, шипучую, в день или по указанию врача. Без рекомендации врача препарат не следует принимать в дозах, превышающих высшую дозу, а также детям до 12 лет. Противопоказаниями являются гипервитаминоз А и Д, гиперкальцемия, почечная недостаточность, детский возраст до 12 лет, нарушение обмена железа или меди, выраженная гиперкальциурия, дефицит сахарозы или непереносимость фруктозы. Препарат можно принимать во время беременности и в период грудного вскармливания при условии соблюдения рекомендуемой ежедневной дозы. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы! Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.